К сезону баскетбольный клуб «Барнаул» провел на оценку удовлетворительно, но с плюсом, так заявило руководство команды на итоговой пресс-конференции с журналистами. Судите сами, клуб по итогу регулярки занял 6-е место из 16. Это позволило команде сыграть в плей-офф. Там «Барнаул» вылетел в первом раунде, но дал достойный бой соперникам из Владивостока. Да, не все получилось, как хотели, но в большей степени... Наверное, гораздо больше получилось, чем мы планировали. Поэтому тут такое двоякое ощущение. Аппетит всегда приходит во время еды, и всегда хочется большего. Но оглядываясь назад, мы понимаем, что сделали большой шаг вперед. Если смотреть на турнирную таблицу, многие подумают, что результат так себе. Но кто был на матчах, тот понимает, что одной из задач клуба на сезон была наигровка молодых баскетболистов. И получилось весьма неплохо. Некоторые воспитанники алтайской школы регулярно попадали в первую пятерку. А в матчах, которые не влияли на турнирное положение, клуб полностью выпускал молодых игроков. И по ходу всего сезона молодость плюс опыт давали хорошие результаты. Когда молодежь будет уверенно верить, что они могут со всеми играть. И они поверили сразу. Помогли вот старшие ребята, которые, не знаю, что там, волшебной палочкой или разговаривали. Но они поверили уже в первых играх. Сейчас команда находится в отпуске. Административный и тренерский штаб активно работает над контрактами игроков. Стоит отметить, что уже 80% игроков остаются в составе. Впрочем, и главный тренер желает продолжить свою работу в Барнауле. Поглядим, какая картина будет в августе. С баскетбольных итогов перемещаемся на мини-футбольные. В крае завершился очередной сезон под эгидой АКАМФ, в котором приняло участие более 150 команд и около 3000 игроков региона. Это почти 20 различных мини-футбольных лиг. И вроде все хорошо, но и тут есть некие проблемы. Проблемы, конечно же, всегда есть, будут. Но я думаю, когда-нибудь они решатся. Это самая главная проблема – это количество залов. Потому что то количество участников и команд, и футболистов, которые хотят играть в футбол, в мини-футбол, особенно в зимнее время, наши залы, в частности города Барнаула, Бийска, они просто не позволяют вместить всех желающих. Поэтому будут залы, я думаю, что количество команд будет еще гораздо выше. Награды нашли своих героев. Лучшие команды и игроки получили ценные призы. Стоит отметить, что после майских праздников уже стартует летний чемпионат, где будет 19 различных лиг. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.